отправляемся на задание. Найди туннель, ведущий в... ведущий из трущоб. Ого. Ого. Ага, значит так. Ну хорошо. Так, так, так. Нам куда? Сколько нам примерно переть, блин? Капец, что я могу сказать? Обалдеть. Ну да, это туннель. Кстати говоря, карта заканчивается здесь. Видимо, мы пойдем за карту и будем ориентироваться не по карте. Оу, е. Секундочку, я не могу понять. Это мы, да? Значит, нам нужно... Давайте... Давайте так, отправимся вот сюда сейчас, по пути заскочим и поспим здесь. Назад не будем возвращаться, просто по пути. Так. Отлично. Так, активировать ловушку нам не нужно. Это хорошо. Будем прыгать, бегать, перелазить, чтобы нам давали очки дополнительные. Так, 22 нам дали. Если я... Ух ты, ёп. Кнопочку отжал. Верхнюю. Так. Раз. Опа. И я помню это место. Я многие места уже выучил. Только вот не всегда помню, как все. А, так нам сюда и не надо. И надо, кстати. Да, сейчас заскочим в магаз. А, привет, дружище. Мне нужно тебя продать. А, мне что-то ничего тебе не нужно продавать, походу. Ткани, батареи. Так. Вот тут сейчас посмотрим. Нож, крюк. Вот я думаю, вот это продать, но... Урон у него... Ну, такой нормальный. И обращение хорошее. Ну, пока что мне нечего ему продавать. По сути, вот только автомат, но нам это не надо, зачем? Ничего не покупаем у него особо. Можно выкупить, нет, выкупить нельзя. Купить мы можем по-любому. Сейчас глянем в инвентарь. Так, буковка И. Чертежи. Отмычки делаем. Будем смотреть его машины, если есть. Так, ночное видение нам пока что не нужно. Ну, я так понимаю, нам нужно сделать бечевки. У него, походу, он не продает бечевки, да? Ну, хорошо, тогда сделаем, можно, давайте, аптечки купить. Даже еще купим. Взрыв-пакет. Не знаю, нужен он. Сколько у нас там его? Взрыв-пакет 28, а мы можем еще сделать? Не, не можем, но у нас их достаточно. Топор гвоздодер, здорово. Монтировка, офигеть, 9000. 126 урон. И обращение вроде нормальное. А, гвозди, отмычки. Все. А, подождите. Сирюкены-то. Ну, пока что вроде бы их нормально. Хотя можно и, наверное, и побольше. Какие тут подешевле-то? Великолепные сирюкены. 102. Количество. Количество, а качество. Теперь у нас их... Не понял. Вот это же... А, ну... Ну, неважно, короче. Все, бегом. Не будем выполнять дополнительные задания. А, ну да, мы хотели поспать немного. Сейчас уж приляжем. Денечек поспим один. Так. О, самое то. Все, погнали. Ладно, шучу, конечно же. Тайник. О, слушайте, вот хранилище, вы посмотрите. Забрать. Все, зашибись. Так, сейчас только поспим. Ждать до вечера. О, до утра, все нормально. Сейчас сколько у нас по времени? О, самое то. А, и давай в магазин заскочим, быстренько сейчас мы это все продадим. Так, вот, газовую продаем. Вот это тоже продаем, вообще дешевое. Продаем. Это тоже продаем. А это? Это нет. Это оставим. Все, погнали теперь. What the?
Вот-то. Так. Сейчас попробуем вот это. Эй! Какого, блин, батрака, я не понял. Ставная бита. А, вот, полицейская винтовка есть. Фу, я тоже перепугался. Так. Вот. Здорово. Ну, нормально вроде бы так долбит. Итак, смотрим, машин здесь нету. Этих, как их, машин, тайников каких-нибудь. Вау! А че это их так много-то, ёпта? Ёпт! Я не понял, как нам туда пройти-то? Через тоннель, что ли? Так. Здесь вроде закрыто нарисовано. Ну, погнали туда. Ну, там не закрыто, там даже, по-моему, вообще прохода нет. То есть там туннель. Два разных туннеля, что ли. Ёб твою. Бегом. А, ну да, вот там проход есть вроде бы. Во-во-во, это я зря. Точнее, промахнулся. Бегом от этих гнильских тварей. Подождите. А-а-а. Кстати, у нас же есть функция. Да ёб. Прокачивание. Типа мы можем слиться с толпой. Отдыхай пока. Пока я добрый, блин. Ну чё, правильно идем? Не, неправильно. Куда-то туда. Бляха-муха. Куда идти-то, ёб твою, не понимаю. Суки, бесите вы меня. Как же меня бесите? Умри ты уже, а. Мне придется его расстрелять сейчас, мне кажется. Давай. Иди. Чё ты боишься? Обалдеть. Просто охреневаю. Так, думаем, куда нам. Походу, нам куда-то спускаться нужно. Либо наверх. Наверное, туда. Блях, как-то попасть? Это вопрос. Скорее всего, вот здесь. Оу, я. Итак, мы находимся на нужном уровне. Это радует. Надеюсь, здесь безопасно. А, не-не-не. Мама ain't happy. Nobody happy. So you better make mama happy. Yazi. Me too. We have the same name. Are you from the video store? No, my name's Crane. Crane? Crane rhymes with train and brain and sane and grain and rain and plane and the other kind of plane and... But can I come in? No, no, it's impossible. Да блин, ну уйди. Impossible. Крейн, ты сдолбал. This is my special day with mom. It's Mother's Day and it's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Пошел ты, блин, бесит. Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie. Твари, я вас манал. Я не буду брать твои дополнительные задания. Look, Gazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Then you could watch with us. It is Mother's Day. And if Mama ain't happy, nobody happy. Oh, and she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, wait a minute. That's too much. Don't argue with Gazi. It doesn't work. That's what the drugstore people say. Время теряешь зря с этими придурками. Ладно. Погнали, давайте. Наверное. Дополнительные задания дофига всяких, я думаю. Ёпта, я вообще, походу, не туда куда-то пришел опять.
О, они решили надо мной поглумиться, да? Ну ладно, наверх, я так понимаю. Благо, здесь можно залезть еще. Пец был бы, если бы нельзя. Неужели там как-то? Блин, да ёпарс, это же у меня все какие-то происходят сложности. Просто вот пустяковые какие-то. Блин, это посмотреть, ну что это такое вообще? Так, кажется, я понял, куда нам. Ой, блин, как же меня бесит это. Придется лезть. Посмотрим, может там что-нибудь. По-любому наверх. Да сука, да смотри ты вниз. Может здесь как-то пройти? Ну блин, ну ребят, ну что ж за хрень? Ну вы шутите, а? Почему я нахожусь сейчас на нужном уровне? Не понимаю. Вот сейчас показано, что оно нужно. Может, тоннель куда-то сюда? Видите? Я подхожу. А, потому что далеко. Так, все, не будем мешкаться. Блин, каждый раз себе, знаете, что говорю? Так, все, не мешкаемся. Действуем быстро, проходим игру быстро. Ну как тут пройти-то ее быстро? Посмотрите, тут как тут забраться, я не понимаю. Мне просто ума не хватает. Как? Как твою дивизию можно? Только вот... Блин, посмотрите, мы здесь были рядом. Можно было тут по мосту пробежать. Обалдеть. Сейчас вот тут надо глянуть. Еще эти зомбари долбанные мешаются. Здесь, наверное, никак не забраться. Сейчас проверим, можно ли. Блин, так. Ща. Да, по-любому. О! Во! Так. А там что было написано? Легко или что? Во, аптечки, нахрена я их покупал, да? Все. Вот еще и трудно, наверное, да? Да, очень трудно даже написано. Ищем подходящую точку. Эй! Да я все уже смотрел. Да это бред. Вы видели? Я все смотрел уже. Смотрите, я чисто по кругу иду. Чисто, чисто по кругу. Ну где-то здесь явно, нет? Ну, отмычка что-то не шевелишься. Бляха ты муха. Так, немного непонятно. Да, ребят, ну что это такое? Да чуть-чуть же подвинул совсем. Наконец-то. Чё у нас там? Чё это такое вообще? Говно какое-то. Ради этого я сюда шел. Да пошли вы. Ладно, погнали. Ты знаешь, что у меня есть очко навыка не использованы. Я, наверное, сам разберусь. Ладно. Так, вот тут у нас мост. Мы можем его перепрыгнуть. Сюда не упасть. Ой, теперь-то я надеюсь мы. Что ж ты будешь делать на нужном уровне? Так, тут тоже очень трудно написано. У меня есть идея, можно пробовать вот этот взрыв пакет.
Ладно, не буду. Потому что их с этой стороны, с той стороны много. А вот хрен вам. А вот здесь можно, кстати, попробовать открыть. Смотрите, с этой стороны вроде никого. Насколько я вижу. У нас, кстати, коктейль молотов-то есть? Там нет? Инвентарь, чтобы их всех сжечь? Да. Давайте поставим место, допустим, обычных сначала. Итак, кидаем. Взрыв пакет. Теперь берем коктейль молотова. Готовы. Что я сделал, нафига? Ладно, давайте так сделаем. Ой, блин, что я сделал? Я не то что-то выпил. Взрыв пакет нам нужен. Ладно. Не хочу. Там, в принципе, может быть что-то ценное, но их слишком здесь много. Заберись, что ты тупишь. Туда куда-нибудь откинем. Если я немного не то... Взорвался так по-бырому. И сука, что ж такое-то? Да пожалуйста, уйдите вы. Еще со звуком какая-то проблема. Ладно. Так, берем тогда полицейскую винтовку на место, ну, например, да просто в любую взять. Сейчас возьмем ее. Быстренько их тут. Сука, все, валим, нафиг. Не умею я, короче, играть, я это понял. Это все из-за звука, да. Азбука. Ну, во-первых, как бы не хочу, я всегда так, особенно когда снимаю, мне не придет постоянно. Тупое говно, блин, какой-то ссаный, между прочим, тупой звук, блин. Чё нормально, блин, не могут сделать. Так, ладно. Тупо игру, это самое, зря время потратил. Тупо бегал, вот ерундой занимался какой-то, и все, мог бы за 5 минут добежать. We don't always ask names. Так, короче, погнали. Так, секунду, все идем. Вы в безопасной зоне, ну посмотрите. Хоп. Оп, вы безопасно стоите, ну ладно. Так. Почему негр одни? Так, все, быстро сейчас будем проходить. Очень быстро. Считайте, за все время, которое я сейчас бежал до сюда, я пройду целую миссию. Оу, oh, yeah. Okay. From here on out, you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. It's been a pleasure, my friend. Такое ощущение, как вот там, не знаю, километр со мной прошел. Отсюда пойдешь со мной, говорит. We need to do this one by one. And this man needs to go first. But he just got here. We've been here for hours. I don't make the rules. Wait here. Стрелочка указана, видите? Телку сейчас я отвернусь. Хоп.
все на меня смотрят. Ладно. До свидания, ребят. Быстро. Быстро, быстро, быстро. Плыви. Блин, тут я зря, походу, обернулся сейчас. Так. Зомби, зомби здесь. А, ну, много, в принципе, доплыть. Блин, глаза протри, я не знаю, почему они такие мутные все время. Если у тебя все мутно. Очень несложно взять, протереть глаза. Хотя бы одной рукой. Так. Ну, бита, кстати, не очень такая крутая. Ну, она на одного лишь лично, мне кажется, пойдет. На нескольких не очень, мне кажется, потому что все-таки. Ну, все-таки медленная достаточно. Хорошо, немного не туда пойду. Идем вот сюда. Залезай давай, дружочек. Ёпт. Так, куда нам? Наверх. Еще наверх, наверное. Ух ты. Ёпт. Бита, блин, перелетела в руках. Так, а это как? Уйди, ты мне мешаешь. Что, как вы думаете? Ну, ладно, давайте попробуем. Даже не разбежаться, капец. А в чем прикол-то? Ну ладно, давайте вверх полезем потихоньку, опять же так же. Ну давай еще выше. Так, сюда по-любому. Ну тут стрелочка указана. Ну давайте, может, я не знаю, на эту встать как-то. О. Да, совершенно верно. Ау-я. Какой же я крутой. Не видно. Ура, выход. Эй, нет, там закрыто. А, вон стрелочка. Иди по стрелочкам. Интересно, а кто размечал эти стрелочки? С ним что сейчас стало? Надеюсь, ничего серьезного. Блин, что так мутно-то? Что за музыка? О. Да это не нормально, это легко было сейчас. Но очень трудно тоже, надо учиться с этими отмычками работать. Кувалда, продадим в магазине. Что еще? Блин, что так мутно-то? Ёб твою. Там мутант просто. А куда идти-то? Где стрелочки? А, вот туда. А там что интересно. О! Зацените ружье. Прикольно. Что у нас там в инвентаре-то? Место есть? Нормальное. Так, на что поставим? Давайте на биту, наверное, пока что. Обалденно, чё. А, патронов нет ни хрена. Фига ее тогда ставить. Тогда на обратно. На что я тут хотел? 708, вон, на это. Так, ну что? Да что это было? Это скриптовано тупо. Ну, ненавижу такие баги. Скриптованные. Да он сколько? Опа. Кошку им пробил, походу. А, нет, живы еще. Да, походу, придется брать винтовку. Надеюсь, больше-то никто не прибежит. Раз. Отлетел. Тут где-то бочка еще вроде была. Вот там она. До свидания, ёпт. Епть. А, они вон горят все. Ну, ладно. Здоровяк. А вот там пройти по-любому как-то нужно. Не, ну, наверное, спускаться надо. Хорошо, тогда делаем следующее. Берем
взрывпакет. Сколько их тут? Кидаем вот сюда. Странно, кидает немного. Берем дальше вот эту штучку. Кидаем раз. О, вон того, давай! На, ему урон нанес. А чё он не горит-то? Он горит. Я хотел, чтобы все загорелись. А, ну они горят, сумерно. О, легко достаточно. Ну, снайперская-то мощная. Ой, винтовка штурмовая мощная же. Так. Прошу прощения, господа. Раз. Тебе тоже до свидания. Ух ты, козёл. Вот это круто было. Этого... Ух ты, а сил-то нету больше. Да этого так можно, смотрите. Раз и все. Блин, да какую тяжелую арматуру. О, маскировку можно взять. Давайте. Потом. 290. Нормально с него, кстати, взяли. Круто. Так, сейчас маскировочку возьмем. А, удерживать. Дерьмо сейчас будем с жопы у него вытаскивать и себя намазывать. Рано взял. А где это дерьмо отображается? Так, у нас 5 аптечек он отображается наверху. А дерьма этого я не вижу. Все в говне в каком-то. Да, я зомби. Я зомби. Твою дивизию. А-а-а, сучары вы долбаные, уйдите. Да уйдите, дайте пройти. Дерьмо, 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 дерьмо. Сучары, уйдите в это нахрен. Уйди. Да! А ему не нравится то, что я... светом в него отдал. Какой воротливый, ох ты тварь. Сгори, мерзкое отродье. Так, ну что там против них? Мне кажется, винтовка лучше, их слишком много. Так. Ни хрена не вижу. Сопли какие-то развесили. О, мы ему голову отрубили. Или она у него отвалилась сама. Отходим по одному, ребятки. До свидания. Ну, в смысле. Вау. Оба. Ой, это же псих этот. Будем так. Хотя нет, стоп. Чё я парю? Ой, ёб твою. Ты пугал, а? Засранец какой. А вот почему шум-то привлекает их. Я же забыл. Блин, да мы и так в дерьме все, а он нам... Перезаряд. Зато деньги собираем, можно ли патроны купить. Если, конечно, они покупают. Ладно, давайте вот этот добьем. Голову. Последнего удара. Все, счет у нас. Нормально, ну нормально, так нормально, чё. Не, нормальная игра все-таки, когда не бомбит. Психоз не берется. Берем, все берем. Потом продавать это все говно будем. Сектор 0. Сектор 0. Бечевочка. Для аптечечки. Эй, что это тут исчезло? Можно тут бомбануть эту хрень. Блин, я думал, они живые. А чё, здорово, много тут, кстати, всего-то. Патроны. То
винтовочные патроны. А, нормально. Так, ну чё, тут еще что-то трудно. Ну, берем. Походу на рандоме угадал. Все-таки самое трудное, это где написано очень трудно. Ну, давайте поменяем его на что? На какое-нибудь говно давайте. На медный нож. Стоимость 2000. А это 4000 кувалда. Или мне кажется, чуть не помню. 2000. Что такое стоимость? А вообще, нахрена нам это все брать? Задницу, он драгоценности возьмет. Да. Кстати, я не понял, а куда нам идти-то? Сказано... Мы вообще туда пришли, я что-то не понял. А то, может, мы вообще не туда зашли куда-то. Ребят, скорее всего...